Это полубелый гриб. Благодаря глобальному потеплению южный полубелый продвинулся уже к границам Московской области. В чем же его отличие от настоящего белого? У полубелого гриба отсутствует сеточка на ножке под шляпкой, которая обязательна для любого классического белого гриба. И при надавливании на гименофор, а также при отрезании ножки, он не синеет, почему его легко отличить от других цветных балетов.